Здравствуйте, дорогие мои подписчики, все те, кто зашел на мой канал. Я хочу сказать спасибо за поддержку на чай. Спасибо большое от души. Так, значит, сегодня я хочу приготовить салат. Ну, вот у меня здесь вот такой салат, какой-то такой маленько. Здесь у меня, значит, я взяла, можно филе минтая, но я взяла 4 штучки, 4 рыбки минтая, я их почистила, помыла, порезала и вот сюда в кастрюлечку выложила. Значит, мы что, у меня капуста включена, я взяла вот ростов от своих огурцов, значит, выливаю туда, капуста у меня уже это, вот так вот, раз, кружечку одну, кружечку другую. Вот, видите? Так, еще маленько я подавлю, чтобы остаточки сладкие. Ну, пусть там даже и горчица, семена попадают, что страшного. Так, вот это я вот долила. Начала уже это все булькать. Сюда я добавлю кориандр маленько. Но у меня только вот такой молотый. Маленечко кориандру добавлю. Так, и добавлю сюда базилик. Фиолетовый это базилик. Сюда же. Вот. Запах пошел. Я люблю вообще базилик. Так. И все. Прямо я вот холодную эту положила, не стала. Это. Сейчас у меня это все закипит. Я поставила на максимальный огонь. Покипит минут 10 и все. Я накрою крышкой, уберу. И эта наша рыбка будет настаиваться. Вот покипели наши кусочки рыбы. 10 минут. Так вот прямо. Пусть я выключаю. Закрываю крышкой. Пусть они у меня стоят пару часов. Кастрюлечки. Все. Потом дальше будем делать. Так, постояла у меня рыба в рассоле. Значит, я ее вытащила, разобрала, вот косточки, это одно мяско, теперь будем резать мы. Дальше берем луковицу, половиночку. Сейчас другой ножичек возьму. Так. Фиолетовую луковицу я немножко от нее отрезала. От луковицы от самой. И тоненько прямо сравнительно будем резать. Можно такой лучок, можно зеленый лучок. Не обязательно фиолетовый. У меня просто луковица была. Решила я так сделать. Порежу тоненько. Ну, здесь у меня филе, я не знаю, сколько это, 4 рыбок, рыбки небольшие такие. Продукты я взяла произвольно. Так. Сейчас мы тебя дорежем. Большой нож, я уж как-то решила этим ножичком. Где-то лукается, он закрашивает не досточку. Ну, можно было ее и кипяточком обдать, но не буду я уже как-то это. Все естественно, натурально. Так, покрошила я немножко. Сюда же мы выкладываем наш салатник. Дальше, ну, давайте укропчик маленько туда закинем, укропчика. Маленько порежу его сюда. Так,
порезала. Так. Дальше у нас идут огурцы. Вот видите, и тут даже закрасилась огурцы. Огурцы я взяла маленькие, вот прямо морепутики твои домашние. Кубиками попробуем порезать. Так, кубиками. Тоже не большими кусочками, такими стремительно маленькими. У меня 4 маленьких огурчика таких. Я их порежу. Такой салатик у меня. Тоже. Малипульки. Можно маринованные курицы. У меня как здесь тут я вообще мало добавляю. А здесь кто-то вообще много оптуса прям добавляет. Может, один оптус. Пугаемся. Так, прям как бы манипульки. Манипульки. Еще один такой огурчик. Ай. Добавляем мы их. И остались у нас яйца. Куриные яйца. 3 штуки я их отварила. И покрошим сюда же. Да, пойдет. Можно парочку, но у меня. Оп. Так. Еще 2. Режем.
выложим. Так. Убираем тоже. Тапочку, тряпочку. Опа! Приготовила в свое время. Так. Здесь мы теперь же будем делать соус к этому нашему салатику. Значит, я беру сметанку. Маленькая баночка сметанки у меня. Так, любой жирности. У меня тут 25. Все это выгребаю. Баночки все. Вот. Так. Теперь я добавлю домашние горчицы. Маленечко, капельку. Оба. Я не буду. Оп. Так. Дальше у меня идет хрен. Хрен редко не пальше. Хрен. Ну, хрен, конечно, у меня это домашний. Оп. Тоже немножко выдавлю. Так, сейчас я это все делаю. Оп. Все. Будем размешивать. Надеюсь, хватит на такой салатник соус, он у нас хватит. Так. Нужна вилочка, нужна ложечка. Сметаны солить я не буду, потому что рыба у меня солено просто варилась, огурцы тоже соленые. И будем выкладывать сюда соус наш. Кто любит горчицу с хреном, можно побольше добавить, можно по чайной ложечке добавить. Сейчас я хорошо выставлю. Сюда капельки. Оп. Так. И будем все это перемешивать. Аккуратненько. Я думаю, что достаточно будет этого всего соуса. Хорошо перемешаю. Ложечкой, вилочкой, вилочкой, ложечкой. Трудненько. Посуда для меня маленькая. Перемешиваю. Не надо, чтобы большая была чашечка. Чтобы уж размахнуться, так размахнуться. Прямо малепутенькая. Она как раз для салата для этого пойдет. Ну, для меня мало. О, хорошо, что перемешаю. Однако все перемешала. А? Как-то так. Получается он у меня. Все, дорогие мои. Салат наш готов. Всем приятного аппетита. Пока-пока.